По милости Шри Гуру Гауранги, мы слушаем Шримад Бхагаватам Югал Гиту, десятую песню, главу 35. So, you had a very wonderful hobby? So, we had a break for one day from work, and today we are observing the Jagannath Mishra Mahotsava. Вчера мы праздновали в Боле, а сегодня мы празднуем Jagannath Mishra Mahotsava. Because our Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared at the moonrise, so Jagannath Mishra didn't have the opportunity to make a big feast and celebration on that day. So today is the day that Jagannath Mishra celebrates the appearance of his son Vishvambhara Mishra. Так как Шри Чайтанья Махапрабху явился на восходе луны, то есть ночью, у его отца не было возможности устроить празднество ночью, поэтому пир сегодня мы отмечаем. Джаганнатха Мишра устроил пир в честь своего сына Вишвамбара. А два дня назад мы услышали о том, как Раджа-гопи критикуют флейту Кришны. So we see in Vaidhavid also Raja-gopis criticize the flute of Sri Krishna. В Венугите также гопи критикуют флейту Кришны. Гопьякиматра раям кришнам смавейно, да он рад судам ати гопи каматан. So, in this verse, Lord Gopi is saying, oh, what austerities, what pious activities did this flute, this piece of bamboo perform in his previous life? В этом стихе одна гопи говорит, какие аскезы совершала эта флейта, этот кусок бамбука в прошлых жизнях. Что в этой жизни у нее есть возможность пить нектар уст Кришны. How did he become so intimate with Krishna so quickly? Здесь употребляется имя Кришны Дамодары. Это означает, что Кришна был совсем маленьким еще малышом, когда гопи его знали. И гопи возмущаются, что как это так? Мы знаем Кришну с детства, а эта флейта совсем какой-то новичок, и уже у нее есть возможность такого интимного общения с Кришной. So gopis have jealousy towards the flute. То есть гопи ревнует к флейте. So among the 33 century bards, number 29 is Asurya, hostility, and Irsha, jealousy is included in that category, but Asurya.
29 из 33 санчари бав называется асуя, это такая враждебность. И также сюда входит гнев, ой, простите, ревность, ревность Ирша. А такая критика — это один из симптомов ревности. И поэтому в этом стихе в Раджа-гопи отмечают очень много изъянов у флейты. Во-первых, нектар уст Кришны принадлежит нам. То есть это флейта — это вор. Во-вторых, вторая ошибка флейты — это то, что Кришна гоп, и мы гопи, то есть мы как бы мы в одной касте с Кришной, а эта флейта вообще принадлежит категории деревьев, то есть ну при чем здесь Кришна? Это третья вина флейты, что флейта — вена мужского рода и Кришна мужского рода. И вообще так природно не положено, чтобы... Еще «свайам» означает, что эта флейта пьет нектар уст Кришны в сватандре независимо. А бангси — это сакхи. So only a naika can taste the nectar of Krishna's lips independently. Sakya can taste the nectar of Krishna's lips independently from the uterus, the rupi. То есть только наика может независимо пить нектар из Кришны, а сакья этого делать не может. То есть она не юташвари. So in this way, the gopis are seeing many faults in the flute. И таким образом гопи находят очень много изъянов в флейте. Now, in the first verse spoken by gopis in Yugala Gita. Сейчас мы переходим к Yugala Gita. So they say, Bhavamahogita, Bhavamahogita, Vargitagura, Apitavayam, Gogumalanguli, Ashtumayam, Gokyayaya, Yatam. This flute is controlling Krishna. Эта флейта контролирует Кришну. Oh, flute is relaxing on the bottom lip. Флейта расслабляется, себе лежит на нижней клетке. And Krishna is massaging. А Кришна массажирует ее. So this, in the verse of Venugita, there's Sapatanbhava, seeing the flute as a rival. And in the verse of Yugalgita, there's also Sapatanbhava. То есть мы можем видеть, как и в стихе Венагита и в стихе Югалгита есть сапатна бава, то есть такая ревность, как других жен тоже. So, I just want to make one very subtle point, fine point. Но есть очень один тонкий нюанс. That in Madanaki Mahabhava, it has many anubhavas, many symptoms. В Маданаки Махабаве есть много симптомов анубав. Madanaki Mahabhava means Sarva Bhava Gumolasi Madano Yam Parakara Rajate Dharini Saro Radaya Eva Yasada. It means Madanaki Mahabhava is eternally present within the heart of Radha. It's not always manifest, but it's always there. Маданаки Махабава, ее определение, она всегда присутствует вечно в сердце Радики. Она не всегда может быть выражена, но она всегда там. И она присутствует только в Радике, ни в каких других гопи, ни в Лалите, ни в Чинравале, ни в ком другом. Это суть Хладини Шакти. Even though they may be contradictory, they're all included in that Madanaki Mahabhava. И в эту Маданаки Махабаву включены все другие бавы, даже если они противоречат друг другу. And also, it has symptoms such as
Tad mantra adhara stuti. Tad ganda mantra adhara stuti. Tad ganda mantra adhara stuti. It means to glorify some object which has only ganda, which is such a slight scent of connection with Krishna. Это один из симптомов Ваданаки Махабавы, который означает прославление чего-то даже самого незначительного, у которого есть чуть-чуть какой-то связи с Кришной, совсем вот ганда как запах. Шрила Рупа Госвами приводит два примера. One example, Radhika is glorifying the Aboriginal girls, Adivasi, Pulindi girls, who are taking kumkum from the grass that was previously on the feet of Krishna, that was previously on the breast of his beloved, and spreading on their face and breast, and by this becoming completely relieved from their kama pida, the pain of their avarice desire. То есть первый пример – это то, как Радика прославляет девочек аборигенов Пулинди, которую находит пыль со стоп Кришны, которая перед этим была кумкумена с груди Радики. И эти девочки Пулинди обмазывают этой пылью свое лицо и мгновенно освобождаются от своей камы, от своих желаний. Мы видим, Радика glorifying they actually have no contact directly with Krishna. They're only touching the kumkum, which was touching the grass, which touched the feet of Krishna. So it's a ganda mata adhara stuti. То есть интересно, что Радика прославляет этих девочек Пулинди, хотя у них даже не было прямого контакта с Кришной. То есть это очень косвенный контакт, что девочки просто дотронулись до этой пыли с кункумой, которая была на траве, которая была на стопах Кришны, которая была на груди Радики. А потом Шрила Рупа Госвами говорит, что на самом деле это не очень уместный пример. Why? Because actually the Pulindi girls, they have the sadhani rati, sambhogi chamai. They have their own lust. It's not connected to the actual praying of Krishna. Потому что у этих девочек sadhani rati. It's sadhani rati. Sadhani rati. And sambhogi chamai. И sambhogi chamai. Which is not the exact one of the anurag bhav. Like it's a type of rati. То есть это просто тип рати. So it would be a rasavas to consider that Krishna and Pulindi girls can have love for each other, because in rasavas, if one of the components, one of the rasasamagri is defective, then it becomes rasavas. So in that ras, the ashray, being the Pulindi girls, they are defective samagri because they are not very beautiful, they are not very clean, they don't take bath 3 times a day and everything. They're jungle people. So they're not considered to be, they cannot be a madhuras between Krishna and Pulindis actually. Because they are defective samadhi. То есть в расе есть такой момент, что расы самадхи должны быть все идеальны. Если что-то имеет изъяны, тогда это получается раса бас. И вот здесь не может быть мадури отношений Пулинди девочек и Кришны, потому что сами вот эти девочки Пулинди являются примером изъяны расы самадхи. Они не моются, там они не очень красивые. То есть это раса бас. И Шрила Рупа Госвами дает другой пример. Duskaram katra dali malati komalayam akaranta papura hanta gosta apati nanda lupamam. Radhika говорит. Yatmalam anulupa bhuhate. O Sakhi, look at this jasmine vine. O Sakhi, посмотрите на эту жасминовую лиану. She must have done extreme duskaram tapasya. Наверное, она совершала очень суровую тапасию аскезы. Даже несмотря на то, что она такая мягкая. We know that she must have done great austerity in a previous life, because now she's continuously embracing this tamal tree, which resembles, looks a little like the son of Nanda Maharaj. То есть мы можем. Матра
То есть мы можем, Радика говорит, мы можем с уверенностью сказать, что эта жасминовая лиана наверняка совершала суровые аскезы, потому что в прошлой жизни, потому что в этой жизни она имеет возможность все время обнимать дерево тамала, которое напоминает Кришну отдаленно. So вот это пример. Другой аспект Маганатхи Махабхавы – это иметь ревность к тому, ну, кто вообще не квалифицирован претендовать на твое место. Like when Sri Krishna stopped Radhika at Dangati and was demanding tax from her. То есть когда Кришна остановил Радику на Дангати и требовал налоги. Then she saw the garland on Krishna's chest. Она увидела гирлянду на груди Кришны. And she began to say, oh, why do you hate me? И стала говорить, но почему ты ненавидишь? Я же ничего тебе не сделала. Вот что я тебе сделала, прямо на моих глазах ты обнимаешь Кришну. И таким образом ты выставляешь меня на посмешище. Но я же тебе ничего дурного не сделала. Почему ты так себя ведешь со мной? So she, though the garland is not her competitor, so it's ayogya, not suitable, unqualified. No. But ayogya api isha, she has jealousy towards the garland. Очевидно, что гирлянда ayogya, то есть она никоим образом не может конкурировать с Радикой. Но вот этот аспект Маганатхи Махабхавы, что происходит ревность к таким объектам. So it's necessary to reconcile something here. И здесь нужно, есть противоречие, которое нужно разрешить. And that is Srila Prabhupada Swami Prabhupada describes. Yoga eva bhavetesha vichitraha kovi madanaha yadvilasa virajante nityalila sahasraha. The madan Mohanakya Mahabhav takes place in separation, but Madanakya Mahabhav only takes place in meeting. Mohanakya Mahabhava, Шрила Рупа Госвами объясняет, происходит в разлуке, а Madanakya Mahabhava происходит при встрече. So, in regard to the verse of Venugita. Стихи Венугиты. Gopyaki manchayam kushalam svadeno. The jealousy towards the fruit, this is not counted among the Madanakya Mahabhav because gopis are in their homes and Krishna is in the forest. So this is an example of the sanchari bhav of asuya. Because it's not during meeting. Ревность флейте Венугите не считается Маданаки Махабхавой, потому что это происходит в разлуке, то есть Кришна пасет коров, а гопи у себя в домах. Поэтому это асуя. Санчари Бхава. Поэтому это относится к Санчари Бхаве асуя. Yes, it is. So, and we see in first verse spoken by gopis in Yoga Gita, they have envy towards the fruit, but we know actually Krishna is in the forest and gopis are in their homes. And the first one was not? In the first verse spoken by gopis in Yugal Gita, also gopis are in their homes. Точно так же в Yugal Gita Krishna пасет коров, а гопи находится в домах. So there's a difference between the Irsha, which is the Sanchari of Irsha, and the Irsha that comes in the state, which is a symptom of Madanakya Mahabhava. То есть разница между Иршей, которая Санчари Бхава, и Иршей, которая является симптомом Маданаки Махабхавы. И есть способ примирить это противоречие. That is, that Rupa Goswami has given the verse of Engi, Purna Pulina Purgaya Padabjaraga, as example of Маданаки Махабхава. То есть Рупа Госвами привел пример Кадирочек Пулинги, как пример Маданаки Махабхавы. But we know that in Venugit, Radhika is in the home and Krishna is in the meadows. And we know that in Venugit, Krishna is in the meadows, and Radhika is at home. So it's not in meeting. So it's not in meeting. But still it can be an example. But still it can be an example. Why? Because the symptom of Madanakya Mahabhava is when Radhika is meeting with Krishna, then she's speaking with him. But the bhavs of Radhika in other prakashis, in other leaders, in other universes, the bhava of other prakashas manifests in this prakash.
То есть это все-таки может быть примером, потому что это вот такая удивительная Мадханакия Махабхава, что Радика произносит что-то, говорит что-то Кришне, пока она находится с ним, но Радики в других пракашах в это время могут быть разлуки, и вот все, что тогда происходит, она испытывает тоже. This never happens. Это никогда не случается в других. Because the rule is for everyone, Prakash Bhai, Abhimana Bhai. In each lila of Krishna in different places, every associate has one ego only related to that lila, not to the other neuroses. То есть есть универсальное правило Пракаш Веда или Мангеда. Когда есть разные Пракаши в разных спутниках Кришны, они думают, что они находятся только в этой лиле. Это исключение для Радика. But the speciality of Madhanaki Mahabha, which is only in Radhika, that being in one Prakash, this Abhiman, but the Abhiman from other Prakashas manifests and she speaks like that. То есть это вот только в Радике такое бывает, что в Мадханаки Махабхаве проявляется из других Пракаши вот эти чувства, и она говорит об этом тогда. So if you take the verse Puna Pulindu Gurgaya Padabhyaraka and this verse also of the Yuga Gita, Mumbala Pahukrita Bala Kapola, if you take it in the context of Srimad Bhagavatam when they're in separation, then the Bala will be the Sanchi Bhava of the Asuya. То есть если мы возьмем стих из Юга Гиты. Этот стих Юга Гиты и стих про девочек в Кулинде. То есть если мы увидим их, посмотрим на них в контексте, как они расположены в Шримад Бхагаватам, тогда это будет асуя, санчаривала ревность. Which is possible in other gopis also. Что другие гопи тоже могут испытывать. But if you take it by itself, in the context of our giants, they have a whole different reality. They relish according to their own path. Then, if one would take one apple and this verse of yogi, that Radhika is meeting with Krishna, and her path from another prakash, where she's in separation, is coming into this Abhiman, then speaking, then it becomes the example of Madhanama. То есть, а если мы, ну, рассмотрим это не в контексте Шримад Бхагаватам, а как это рассматривают наши ачарьи, потому что у них у всех свои бабы, то тогда станет понятно, что, ну, они рассматривают это как то, что Радика испытывает Мадханаки Махабхаву и ее обиманы из разных пракашей, вот, ну, в ее сердце возникает, и она говорит такие вещи. Raise your hand if you understood. One, two. I was only speaking for you. That you'll bless me. So, but if someone else understood, then extra bonus. Гурунанде. Bhagavan Hari Lal Ki Jai. Shri Radha Shyam Dev Jo Ki Jai. Shri Jagannath Krishna Balaram Ki Jai. Shri Gaur Bhagwan Ki Jai. Shri I'm
Мы слушаем самую благоприятную Пурану Шриман Бхагаватам. Сегодняшний день полон благословений и милости Шри Гаурахари. Шри Махапрабху has incarnated last night, last evening, and the incarnation of Shri Mahaprabhu is a historical sequence of Shri, appearance of Shri Krishna. That is not a separate incarnation, but it is a phase of Krishna avatar. Вчера вечером явился Шри Чайтанья Махапрабху, и мы не должны рассматривать это ну, каким-то иным образом, кроме как явление самого Кришны. Кришна аватар это калпа аватар, то есть он приходит в этот мир только один раз в день Брахмы. In every Dwapara, Krishna is not incarnated. Shri Krishna incarnates in the 28th Dwapara only. So that is a Kalpa avatar, that means Shri Krishna is born only once in one day of Brahma. Да, Кришна Калпа Аватар, он не сходит лишь один раз в день Брахмы. И он не приходит каждую Двапара Югу, а лишь каждую 28-ю. And in that sequence, in that shape is past times. Shri Gaurinara is indifferent and it is not separate. И в этом потоке лил Кришны мы можем сказать, что Гаура лила не отлично от лил Кришны, она не является чем-то отдельным. Кришна
То есть следующую Кали-Югу Кришна воплощается как Шри Гаура Хари. Шри Кришна и Шри Ахани in his people house in Шри Вриндаван Нукуджа Мандир, they have three desires unfulfilled, and now Шри Кришна gets his three unfulfilled desires fulfilled in the form of Шри Чайтанья Махапрабху. У Радхи и Кришны в Никунджа Мандире во Вриндаване есть три неисполненных желания. Сейчас Кришна исполняет эти свои три желания в виде Шри Чайтаньи Махапрабху. The mode of incarnation of Shri Krishna is three. Are three. Motives. Есть три причины для явления Шри Чайтаньи Махапрабху. One motive is general motive, and that is to spread, to promote the Yuga Dharma. Первый такой общий мотив – это пропаганда Юга Дхармы. That means the Harina, because without Harina, nobody can get love for Shri Krishna. То есть это распространение Харинамы, потому что без Харинамы никто не может обрести любовь к Кришне. The Namabhas removes, erases the sins, as well as Namabhas gets the salvation. But by Nama, by the service of Shri Harina, a person can get Sevas, the joy of services. То есть Намабас стирает грехи, а также дарует освобождение, а сам Намапрабху дарует служение Кришне. It is in Ayurveda. In any yoga, either in Satyu or Vapar or Kriya or Kaliyuga, in any yoga, without name, without getting the shelter of Harina, nobody can get the prey. And while there is no prey, one cannot get the opportunity to serve Shri Krishna. Причем это относится не только к Кали-Юге, а ко всем югам. Без Харинамы невозможно обрести прему, а если невозможно обрести прему, то невозможно обрести и служение Кришне. In Kali-Yuga it became very much easier. So the Kali-Yuga is the best of the all, and Kali-Yuga is considered as the king of all yogas. И все же в Кали-Югу этого достичь намного проще, и поэтому Кали-Юга считается самой главной и считается царем всех юг. И нам очень повезло, что мы приняли рождение в эту югу, в эту Кали-Югу. It is a Dhanya Kali. This Kali is called a Dhanya Kali because Shri Chaitanya Mahaprabhu has taken. То есть это Кали-Юга, не просто Кали-Юга, это Дания Кали-Юга, потому что Шри Чайтанья Махапрабху явился в это время. То есть это очень благословенная эпоха, потому что с действия Харинама, ну, намного проще получить милость Харинама, потому что здесь, в эту эпоху, приходит Шри Чайтанья Махапрабху. И когда Шри Чайтанья Махапрабху принял инкарнацию, была манифестирована, тогда это был Муна, Эклит, и так все были чантами Шри Харинама. И в этом смысле Шри Махапрабху доказал, что он То есть это можно доказать даже тем, что Шри Чайтанья Махапрабху явился в лунное затмение, которое считается неблаговриятным временем, мы все поэтому воспевали святые имена. И уже это одно доказывает, что Шри Чайтанья Махапрабху является настоящим распространителем Харинамы. Main motive of the incarnation of Shri Chaitanya Mahaprabhu is to give, to distribute
But another picture in Bhakti, that means there is not distributed earlier. Shri Krishna is distributing that Bhakti in the form of Shri Gaurangi. Вторая цель Шри Чайтаньи Махапрабху это раздать такой вид бхакти, который ранее никогда не раздавался. So in this way, there is two motives. One motive is general motive, and other is a special motive. And general motive is to promote Harinam Sankirtan, and the special motive is to give the anarpit chari bhakti, undelivered bhakti to everyone. То есть есть вот такие внешние причины, есть внутренние. И к внешним причинам относятся, во-первых, распространение юга-дхармы Харинам Сангиртан, а второе — это даровать вот этот вот особенный вид бхакти. Previously, Shri Krishna is very much considering that the person, does a person have the quality, does he have the eligibility to get То есть, что касается Кришны, то Кришна всегда очень тщательно рассматривает кандидатуру и смотрит, есть ли у нее квалификация на то, чтобы обрести прему или нет. То есть, Кришна может даровать освобождение, может даровать наслаждение материальными вещами, но не бхакти. Shri Harinam is much more liberal than Shri Krishna himself. Shri Harinam куда более демократично на все смотрит, чем Кришна. Krishna and Krishna Katha. That Krishna Katha or Krishna Nam is much more rich and much more kindful than Shri Krishna himself. Krishna Nam and Krishna Katha но более щедрые, чем сам Кришна. The example is this, that Shri Krishna has given the salvation to Putna, but who will listen the Putna Moksha Katha, he will get Krishna Bhakti. То есть, например, интересно, что Кришна дал освобождение Путане, а вот тем, кто слушает эту катху об освобождении Путаны, они получат Бхакти. From Shri Krishna, Putna get the salvation, Sarvatri Mukti. The similar form, the Sarvatri Mukti, having the similarity in form only with the Antara of Shri Krishna, but not Krishna Prema. То есть Путана получила Сарупья Мукти, то есть ну, тело такое же, как у Кришны, но не Кришна Прему. But who will listen to the Putna Moksha? Yari ka Putna Moksha Krishna Syaha Madhupam. Shunya Shudhya Madhyaha Govinde Lavde Rade. Shri Shukraji is describing that who will listen the Putna Moksha Katha? He will get the Govinde Rade. Krishna is not given the Rade to Putna, but by listening the Putna Moksha Katha, a person will get Krishna Rade. That means Krishna Rade, Krishna Katha is much more great. Is better than Krishna himself. То есть это еще один пример того, как Кришна Катха более милостива, чем сам Кришна, потому что Кришна Путане не дал Рати, например, дал ей Сарупья Мукти, а вот тому, кто слушает Харикатху, а Лили Путаны, тому Кришна дает Рати. Шри Кришна is somewhat wiser. But Shri Krishna Katha is much more generous. То есть сам Кришна не очень-то такой щедрый, а вот как раз Кришна Катха очень милостивая и щедрая. But why Shri Krishna took incarnation in the form of Shri Gaurahari, then Shri Gaurahari neither considered the adhikar, neither considered the aparadha. А вот когда Кришна явился как Шри Гаурахари, то Гаурахари как раз не принимает в расчет ни адикары, ни квалификацию, ни даже аппаратки. Кришна always considered the eligibility adhikar. Шри Харинам does not consider the adhikar, but he considered the aparat. If a person is offensive,
То есть Кришна всегда смотрит на квалификацию преданного, а Харинапрабху не смотрит на квалификацию, но смотрит на аппаратки. Если есть аппаратки, то Харинапрабху не даст милость. А вот Шри Гаура Хари, он не обращает внимания ни на квалификацию, ни на аппаратки. So То есть Шри Гаура Хари вообще не смотрит, кто достоин, кто недостоин. Он всем дарует милость, даже не только людям, даже животным, лианам, всем. So, Shri, the second main motive of the incarnation of Shri Krishna, Shri Prabhupada, is to distribute the anarthachari bhakti and mainly the bhakti of Manjari Bhav. Sorry, anarthachari bhakti? That is not immediately distributed. Да, то есть второй мотив — это такой вид бхакти, который ранее никогда не давали. Это Манджари Бхава. Анарпичари — means that is delivered. Анарпичари — that is not delivered previously. That is called Анарпичари. Previously in Krishna Lila, Shri Krishna has not arpit it, not surrendered it, handed over it. То есть этот термин означает что-то, что раньше никогда не раздавали. But the third main motive of Shri Gaura, incarnation of Shri Gaura is very, very much profound. А третья причина явления Шри Гаура Хари очень-очень глубокая. Because three desires are unfulfilled in Потому что даже в Раса Лиле, в Никунджа Мандире, остаются все-таки три неисполненных желания. Three desires were unfulfilled of Shri Krishna, three desires are unfulfilled of Shri Radharani, and three desires were also unfulfilled of the Sakira or Gopika in Shri Krishna Lila. And Shri Gopika Lila is such a point, Gopika is such an opportunity. Where Krishna, Shri Radhika, and Shri Gopis all get his three desires, that is, three each desire, nine desires fulfilled. То есть, на самом деле, речь идет о девяти желаниях неисполненных. В Кришна-лиле есть у Кришны три неисполненных желания. Также есть три невыполненных желания у Шримати Радхики. И есть еще у Иксакхи, у Гопи, есть три невыполненных желания. И все вот эти вот в итоге девять желаний реализуются в Гаура Лиле. So, three desires of Krishna were, first desire was Shri Radhaya Pranivrena Ki Krishna. The glory of the love of Shri Radhaya is extraordinary. And Shri Krishna himself want to realize that mahima, the glory of Shri Radhaya. The glory of Radhaya is the first desire. То есть первое желание Кришны это Шри Радхая Праная Махима Кидриш, это познать славу, глубину любви Радхарани. Glory is this, that Shri Krishna himself want to get the position of pupil of Shri Radhani. Radhani is the teacher, is guru, and Shri Krishna is his disciple. Слава этой любви такова, что Кришна сам хочет стать учеником Радхики. Радхика это его гуру, а Кришна ученик. Касмат дендея кресаки арея палмуна тотосау бурнаруэ кигейвоте Нитасичам гуртаха татпанмунте куттаркали Дитрикшис паранти шайюшино брамати паракодарте свахача. So in this day, Шри Радхарани is guru.
And Shri Krishna is a disciple. And Shri Krishna wants to know the various qualities of the friend from Shri Radha. То есть Радика это гуру, а Кришна ученик. Кришна хочет научиться у Радики разным аспектам премы. Shri Radhika has all influences and all greatness. And Shri Krishna is also eager and greedy to get to those qualities. То есть Радика обладает всеми качествами во всей полноте, всем великолепием, и Кришне хочется познать эти качества. So the prema of Shri Radhika is extraordinary because Shri Krishna himself wants to get that minimum of prema that rests in Radharani and that's not in Shri Krishna himself. То есть слава этой любви Радхике такова, что даже Кришна сам не имеет такой любви, которую имеет она, и он хочет ее получить. The glory of Shri Radharani is this, that Shri Radharani is always ready to and always surrenders his joy to Shri Krishna. But Shri Krishna is also doing it, but Shri Krishna fails to do it because Shri Krishna has one bad previous a bad impression in him. Еще слава любви Радики в том, что Радика всегда служит Кришне, она всегда также предлагает Кришне свою радость, свое наслаждение. Кришна тоже это делает, но он это делает не полностью. Остается маленький процент от того, что у него дурная самскара есть такая. So Krishna is defeated with his old samskara of Atmananda Purukatma. These two are bad impressions, two are bad things that has that always are in Shri Krishna, and due to that, Shri Krishna cannot surrender his whole love, whole joy to Shri Radha. То есть у Кришны есть такая дурная самскара от Марамады, которая не позволяет ему целиком и полностью посвятить свою любовь, предать свою любовь и радость в Радике. So, as Shri Krishna is Atmananda, and he cannot get rid of these impressions. To two impressions. So he tries to get rid from these impressions. Even then, he is not able to give up these impressions, and these impressions are a drawback, a hindrance in that love. So Radha Prema, Radha, the love of Shri Radha is much more greater than Shri Krishna. То есть у Кришны есть вот эта самскара от Марамады, и он пытается от нее избавиться, но у него не получается. А эта самая самскара является препятствием величия его любви. Поэтому величие любви Радики превосходит любовь Кришны. Because the erotic love, erotic relationship, Shri Krishna is ashraya. Krishna is Vishaya of Radharani and Radharani is Vishaya of Shri Krishna. Each other, they are Ashraya and Vishaya. Once Krishna is Ashraya and Radharani is Vishaya. And from the point of view of Shri Radharani, Radharani is Ashraya and Shri Krishna is the Vishaya. Subject and object. Each one, each of them is subject, each of them is object. В любви есть такое понятие предмет и объект любви Вишая и Ашрая. И это взаимно. То есть Радика является Ашраем, а Кришна Вишаем. Но и также наоборот. Кришна для Радики является Ашраем, а Радха Вишаем. Потому что они любят друг друга. But when you compare the Ашратва of Shri Krishna and Ашратва of Shri Radhika, you will find that the Ашратва of Radhika is much more heavier than the ashrata of Shri Krishna. No, that is the objective, subjectiveness is much more heavier in Shri Radhika than the subjectiveness in Shri Krishna. Но, тем не менее, если мы сравним вот это вот качество Ашрай, Радики и Кришны, то мы поймем, что качество этого понятия Ашрай и Радики намного глубже, чем у Кришны. So it is very much not visual that when Krishna
sees Radhika and Radhika sees Shri Krishna, they both get very much jubilancy. They will get very much happiness. То есть, конечно, когда Радика и Кришна встречаются, оба испытывают ликование и радость. But Shri Krishna, Shri Narayana, whatever happiness she is feeling, due to that, a glow comes on the face of Shri Narayana, not on the face, but on every limbs of Shri Narayana. There is a light that is coming out, a glow is coming out. И когда Радика испытывает это ликование счастья встречи с Кришной, то она начинает светиться, просто начинает сияние исходить от нее. And seeing that happiness, seeing that light, seeing that glow, Shri Krishna is enchanted for Shri Radha. И Кришна зачарован Радикой, когда он видит это сияние. At that time, surrenders his whole happiness to Shri Krishna. И все свое счастье Радика тут же предлагает Кришне. It cannot be said that Shri Radhika is not getting happiness. Мы не можем сказать, что Радика не испытывает счастья. As a person is serving the butter, he has not to grease his hands. His hands automatically, his hands will be greasy. In the same way, if Sri Radharani sees Sri Krishna, then she will get the happiness. It is available, she will get the happiness. But Sri Radharani surrenders his whole happiness in 100% to Sri Krishna. То есть, подобно тому, как когда человек, который раздает масло, неизбежно ему руки становятся загрязняются, становятся жирными от масла. То есть также Радика неизбежно автоматически испытывает огромное счастье встречи с Кришной, но 100% этого счастья, наслаждения она тут же предлагает Кришне. That is, Shri Krishna notices that the beauty of Shri Radhakrishna is much more time increased due to the love for me. То есть и Кришна замечает, что красота Радики становится все больше, больше и больше благодаря любви ко мне. And Shri Krishna uses that beauty. Shri Krishna relishes the beauty of that increased beauty of Shri Radhakrishna fully. И Кришна наслаждается этой красотой, то есть вот этой увеличивающейся красотой Кришна наслаждается. On the other hand, Shri Krishna is also surrendering his love. His joy to Shri Radhakrishna. Кришна тоже предлагает свою радость, свое счастье Радике. But Shri Krishna has one bad impression of the previous unlimited time, and that is Atmarantra and Purukamba. What's the second one? Atmarantra Purukamba. Автокамма. То есть у Кришны, но у Кришны, тем не менее, есть вот эти вот две дурные самскары, Атмарамата и Автокаммата. То есть Кришна очень-очень старается преодолеть вот эти вот свои две плохие самскары, и он очень хочет полностью свое счастье и свою радость предложить Радике, и он что-то предлагает, но вот маленькая такая капелька остается при нем, он не может ее предложить Радике. Счастье и радости. So seeing Shri Radhakrishna, Shri Krishna is being very much jubilant, very much happy, and whatever happiness he is realizing, he is, due to that, his beauty is also increased. And he is surrendering that beauty to Shri Radhakrishna, but some beauty is left, some relishment is left due to that Atmaramta and Aptakamba, or Purukamba. То есть, когда Кришна видит Радику, тоже он испытывает счастье и наслаждение,
И его красота от этого также возрастает. И он предлагает эту красоту Радхике. Но все-таки все он не может предложить, и что-то остается непредложенным. So 99% счастья Кришны он предлагает Радхике, но все-таки 1% он предложить не может из-за этих вот дурных самскар. So it proves that in that case, Shri Krishna is Vishaya only, not aspect, Radharani is 100% Ashi. И это доказывает, что Кришна является Вишаем, а Радхика 100% Ашраем. And Shri Krishna had the desire to relish the Ashraya Jatiya Prima. А у Кришны есть такое желание испытать вот это вот ашрая настроение. So when he asked Shri Radha Pranayama Kirtisha, what is the glories of Shri Radhika? And those glories can be described in two ways. That Shri Krishna himself want to, the first thing is Krishna himself want to get being a disciple of Shri Radha. То есть первое желание – это познать славу любви Радхики. Первый аспект этого желания, что Кришна сам хочет стать учеником Радхики. And the second thing is, Krishna is actually Vishaya, and Radharani is the 100% Ashraya. So Shri Krishna wants to get the relationship of 100% Ashraya, not 99%. Krishna is the Ashraya, 99%, not 100%, but Radharani is 100% Ashraya. So Shri Krishna wants to get that relishment, what Shri Radharani is experiencing, witnessing. А второй аспект – это, несмотря на то, что Кришна и Радика являются Ашраем и Вишаем друг для друга, все равно Радика, Кришна – это Вишай все-таки, а Радика – это Ашрай, потому что на 100% Ашрай. И Кришна хочет познать, каково это быть 100% Ашраем. So, that is the first motive of Shri Krishna, why Shri Krishna has taken in that historical sequence in the form of the Shri Govardhan. И вот это первая причина, по которой Кришна явился как Шри Гаурахари. The second motive that was not fulfilled in Shri Vishnila or Shri Nikunj, and that is the relishment of Shri Radhika is much more better than the relishment of Shri Krishna. Вторая причина желание, которое не было исполнено в Никунджа Мандире, это то, что наслаждение Радхики больше, чем наслаждение Кришны. That means Shri Vaishnavi Radharani, Shri Krishna, witness Shri Radharani, Krishna see, Krishna is expected, and while she is expecting Shri Radharani, Shri Krishna begins only bewildered. То есть, когда Шри Кришна смотрит на Радику, он как бы в роли зрителя, он просто зачарован ею. But Radharani gets fainted. So that is different. One is only enchanted, but other is getting fainted. То есть Радика, ее эмоции доходят до того, что она даже падает в обморок. So that is the relishment of Shri Radharani is better, is much more full of the density of that love is much more greater than the density of Shri Krishna. То есть такая сила, плотность наслаждения Радхики превосходит силу наслаждения Кришны. And the third desire that was not fulfilled in Nikunja Mandir, in Vrishnila of Shri Krishna, that is that Shri Krishna is thinking that being Krishna, I cannot realize the sweetness of Krishna.
третье неисполненное желание, неисполненное во Враджа-лиле, это то, что Кришна думает, ну вот будучи Кришной, я не могу познать сладость Кришны. То есть сахар не может познать сладость сахара, свою собственную сладость. То есть сахар не может вкусить свою собственную сладость. Чтобы вкусить сладость сахара, надо быть чем-то отличным от сахара. So Shri Krishna is enchanted that my beauty is such that everyone is being enchanted, but I cannot experience that enchantment. So I also became affected to my figure. Apart from that, Guru Hari Krishna of Kakari, though over here, I am also enchanted with my beauty. Even then, the whole recipient of that will be why I should get the sight of Shri Ramana. То есть Кришна думает, ну вот мной все очарованы. Кришна думает, все вокруг очарованы мной, а я не могу вкусить вот эту вот собственную свою сладость. То есть я-то тоже себе нравлюсь, но не так, но только я могу познать свою сладость, только смотря на себя глазами Радики. So in nature, these are three desires, those was unfulfilled in Shri Krishna, five desires, yes. То есть, вот, то есть в целом вот мы сейчас перечислили три желания неисполненных, которые были у Кришны во Враджа-лиле. One desire is the glory of Shri Ramana is very, very high. And I want to know those glories. I will experience those glories. If I get the heart and country, the emotions and the form of Shri Radharani, unless I get I cannot realize the glories of that thing. То есть первое желание — это познать славу, величие, любви Радики. И Кришна понял, что он не сможет познать эту любовь, пока, если у него не будет Бхавы и Канти Радики, то есть ее настроение и цвета ее формы. The second desire was this, that the relishment of Shri Radharani is much more, and I cannot, unless I became Radharani, I cannot experience it. Второе желание — это то, что Радика получает больше наслаждения. И Кришна думает, ну, как бы, пока я не стану Радикой, пока я не окажусь на ее месте, я не смогу испытать это наслаждение. Третье желание таково, что сладость Кришны и его красота настолько невероятна, что Кришна думает, будучи самим Кришной, я не могу постичь эту красоту. Мне это нужно сделать как бы через Радхарани. In the same way, Shri Radharani has three desires also. Unfulfilled in Shri Nikuja. А также у Радики в Шри Никуджа Мандире тоже есть три неисполненных желания. She is always saying, thinking that whenever I became defeated with the pressure of love, then my tears come and I have to pretend them with other pleasures. И Радика всегда думает, вот с тех пор, как меня настигла такая любовь, я так много плачу, но я постоянно вынуждена скрывать эти слезы, находить какие-то другие предлоги, почему я плачу. So the tears
То есть вот Радика, памятуя Кришне, плачет. Вишака видит это и спрашивает: Радика, а почему ты плачешь? И Радика притворяется, она говорит: ну вот ты знаешь, это из-за дыма. То есть она скрывает это. So I have to give some other excuses for to hide my reactions. Радика. Радика думает, что вот находясь в своем положении, я вынуждена скрывать свои чувства и находить различные предлоги объяснения своим эмоциям. Но вот если бы я была мужчиной, то мне не нужно было бы оправдываться, находить какие-то предлоги. And that was, I cannot recite and chant the name of Shri Krishna loudly, openly, because I am a housewife. Второе неисполненное желание Радики — это то, что Радика не может открыто и громко воспевать имена Кришны, ну, потому что она домохозяйка. And if I will be a man, sannyasi, then reciting and loudly speaking the name of my lover, Shri Krishna, in the streets of Braj, every street of Braj, and having him in my heart, I can roam back in my heart in the form of Narayana. I cannot open my love to any other process. То есть в положении Радики, у которой есть муж, у которой там есть свекровь, она не может открыто говорить о Кришне и воспевать его имена. И Радика думает, вот если бы я была мужчиной, если бы я была саньяси, я бы громко ходила по всем улицам Враджа и громко воспевала бы имена Кришны. And Thakurdara, that was not fulfilled in the form of Shri Ramananda, in Shri Mukundi Lila, in Brija Lila. And that is, Shri Ramananda is very much anxious to distribute that love to everyone, even to the creepers of Brija. She is creepers of the whole world. So, she, Ramananda is now desiring that may I have the form of Shri Gauranga so that I can distribute that love to everyone. А третье неисполненное желание Радики — это то, что она хочет поделиться своей любовью со всеми, даже не только с людьми, даже с растениями. Она думает, вот я бы хотела принять форму Шри Гуру Хари, чтобы иметь возможность раздать свою любовь всем, всему миру. So in conclusion, Shri Ramananda is still there. First desire is, let me not have the position where I have to hide, I have to conceal my reactions by other ways or other excuses. То есть первое желание Радики, как мы сейчас сказали, это то, что она не хочет быть вынужденной скрывать свои эмоции от других и находить какие-то предлоги, как оправдываться. Second desire is that you let me have this opportunity that having Shri Krishna in my heart and my tongue, reciting Shri Krishna name, I can roam, I can walk in every state of the country or everywhere without any hesitation. Let me promote the Krishna name. Второе желание — это пусть Кришна будет в моем сердце, имя Кришны пусть будет у меня на языке. И я бы хотела свободно ходить по всем улицам Навадвипы, Враджа и громко воспевать имена Кришны без всяких колебаний и смущений. And the third thing is this, that let me promote the Krishna train to everyone. What?
faith is iron. Realize it. Some portion, some drops of that faith should be realized by everyone. So Sri Radharani is getting the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And at that day, she is dead. And that day, she is promoting the love for everyone. А третье желание – это Радика хочет раздать всем хотя бы по капле своей приемы Кришне. И она это делает в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. The third desire of Shri Radhani is that to promote that faith to everyone. То есть Радика хочет поделиться своей любовью со всеми. In the same way, Shri Sakina also has his desires uncompleted. У Сакхи, Радики и Кришны тоже есть три желания, которые остаются неисполненными в Никунджа Мандире. Sakina thinking that the love of Sri Krishna is unripe, and he is still unripe, unripe love. Сакхи думает, что ну вот любовь Кришны, она еще все-таки не зрелая. When there will be a moment when we will see Shri Krishna fully ripe in the realm of love. А им бы хотелось видеть Кришну полностью созревшим, таким вызревшим для любви. Чтобы его любовь полностью созрела. У Кришны есть три изъяна. One is Akaranta, second is Purkanta, and third is Akritagriha. These three defects are in Shri Krishna. Akaranta, that means Shri Krishna is self-absent. So, being self-absent, sometimes Shri Krishna ignores us and begins neutral to us. How it is? It should not be. This is the unrightness of Shri Krishna. So always Shri Krishna will be anxious, always Shri Krishna remains keen to us. That position should be seen, and when it is seen, and that position is can be seen in the form of Shri Mahaprabhu. That Mahaprabhu is never Atmaram. He is not never self-sufficient. He is always designing Shri Krishna, Krishna, Krishna. То есть у Кришны есть три изъяна – Атмарамата, Пурнакамата и Акритагита. И первое – Атмарамата – это то, что Кришна всегда самодостаточный. И гопи жалуются, ну вот он всегда самодостаточный, что это такое? И иногда он как бы нами пренебрегает. Это неправильно. Нужно, чтобы нас ему всегда не хватало. И вот в Шри Чайтанья Махапрабху он никогда не испытывает Атмарамата. Он, да, всегда ищет Кришну. Second defect that can be seen in Shri Krishna, and that is sometimes he is afterthought. That means if he does not ask why he is afterthought, then majorly he is afterthought. That means after fulfilling his desire, he is not requiring the other illegals to fulfill his desire. Other things, other resources to fulfill his desire. And he is leaving everything. He has no attraction to anything. That is the vairagya that is also sometimes found in Shri Krishna. And that is a defect in Shri Krishna. То есть второй изъян в Кришне – это аптакам. Это он аптакам, и как бы он такой отреченный, ему ничего не нужно для удовлетворения своих желаний. Такая вайрагья в нем присутствует. И это тоже недостаток Кришны. And one blunder is also there. These are the defects. But one blunder is also finding in Shri Krishna. And that blunder is this, that Shri Krishna is a good Drohi. Shri Krishna is a cheater of us. А еще гопи жалуются, что в Кришне есть другой такой важный изъян, он гуру дрохи, он обманщик по отношению к нам. He's cheating us. Он нас обманывает. We
we are always ready to serve him, but he takes our service and then he wants to give the enrichment to us, and that is not proper. То есть мы всегда готовы служить Кришне, и Кришна принимает наше служение, но ему почему-то хочется как-то нас смутить. So Shri Krishna is very reverently. He is hurting us, and that is not right. We are always ready to serve him, but Shri Krishna is always ready to hurt us. How it is possible? Then we will say, see, that Shri Gopis are thinking, then that moment will come while you see Shri Krishna always involved in the service of our Shri Radha, our friend Shri Radha. То есть Гопи думает, ну вот мы всегда хотим служить Кришне, а Кришна нас постоянно ставит в какое-то неловкое положение, и он готов нам даже причинить боль. Нам это не нравится, это нехорошо. Мы хотим посмотреть на то, как Кришна всегда будет стремиться служить Радике. So, in this way, these are three details of Shri's Lantaji, Shri Bhushanaji. That was not completed in Shri Bhukati Mandir. One desire. One, she is, Shri Lata is saying, one defect, that defect is Shri Krishna is Atmaram. Then he will get rid from this Atmaram, this quality of Atmaram. The second is Ulkanta. When Shri Krishna will get rid from this Ulkanta. And the third is Atatagrita. Shri Krishna is always cheating us, always deceiving us. And then this will be position that Shri Krishna will meet this tendency of deceiving us. And that is seen in Shri Gaudiya. Thank you. Вот эти вот три желания Сакхи, они соответствуют трем изъянам Кришны. Первое — это Атмарамата, то есть они хотят, чтобы из Кришны исчезла эта Атмарамата, потом, чтобы из Кришны исчезла его Аптакамата, и также третье, чтобы из Кришны исчезла его Акритакита, склонность постоянно обманывать Гопи. И все вот эти вот изъяны Кришны, которые так смущают Гопи, их всех нет в облике Шри Чайтанья Махапрабху. And why Shri Gaurangi has taken incarnation in the form of the Shri Chaitanya Mahaprabhu in Dubai Pandit? Why Shri Dubai Pandit is Gaur Narayan? То есть вот так вот Шри Чайтанья Махапрабху явился как Нимай Пандит, и в первую очередь он Гаур Нараяна. Then, that means this Gaur Narayan Swarup can be seen in the Navadvipa Lila. То есть его сварупу Гоура Нарайана можно увидеть в Навадвипа Лиле. In Gaur Narayana Swarup, he is manifesting his opulence in many ways. Sometimes he became Nrisimha, sometimes he became Kuru, sometimes he became Shiva, sometimes he gets the form of Shakti, sometimes he gets the form of Shri Ram. So various incarnations of Shri Krishna can be seen in Shri Gaurangi. And that is the Gaur Narayana. То есть Shri Gaurangi, иногда можно в Гаура Нараяне присущи различные виды Айшвари, и иногда он является как как Нрисимха, как Господь Рама, и то есть вот так вот по всякому может проявляться Шри Гаура Хари. The second soul of Shri Mahaprabhu is Virahini Radha. Вторая сварупа Шри Чайтанья Махапрабху — это Вирахини Радха. And that can be seen that as Virahini Radha is roaming here and returning to her here and there, in the same way Shri Mahaprabhu is also taking sannyas, is going for the pilgrimage of the various people. То есть, подобно тому, как Вирахини Радха ходит здесь и там, in separation from Krishna,
Да, в разлуке с Кришной таким же образом Шри Чайтанья Махапрабху тоже скитается, ну, как саньяси, везде. И вот когда завершающие 5 лет своей жизни Шри Чайтанья Махапрабху проживает в Гамбире, мы можем видеть форму Унмади Нирадха, то есть Нирадха в таком сумасшествии, в безумии, в замешательстве. So, the То есть есть 3 такие фазы в жизни Шри Чайтанья Махапрабху. Это Гора Нараяна Сварупа, также Сварупа Вирахини Радха и Унмадини Радха. И в них Шри Чайтанья Махапрабху испытывает, вкушает красоту Кришны и настроение Радхики. The sweetness of a Shabda Sparsha Rupa Rasa Karma of Shri Krishna. И вот в основном в Гамбире Шри Чайтанья Махапрабху вкушает Шабда Ганда Рупа Кришны Спарша. Шри Махапрабху is there in Gambira, in his cell of Gambira, in that little room of Gambira. And Shri Krishna is play his flute, and it has 4 surroundings, 3 surroundings. In Gambira there is 3 surroundings. But how? And the doors are closed. And even then, Shri Mahaprabhu is going up. Out of those surroundings, walls. То есть в Гамбире 3 комнаты, точнее, в Гамбире маленькая комнатка, и там есть такие, как 3 стены, 3 области. То есть в Гамбире 3 стены. In a room, and it has 3 walls, 3 surroundings. Even then, listening the sweetness of Shri, fruit of Shri Krishna, how Shri Mahaprabhu came out of those surroundings, those walls, and reached in the on the gate of Shri Mahaprabhu, Shri Jagannatha. Все поняла. То есть там вот в этой Гамбире есть 3, ну, 3 таких стены, ограды. И там Шри Чайтанья Махапрабху слушал флейту Кришны, и несмотря на то, что все было заперто, он сумел добраться до Джаганнатха Мандира. The sweetness of Shri Krishna, and he is coming out of those walls of those surroundings of that house, and he is getting, and he is can be seen among the cows on the gate of Shri Jagannatha. То есть таким образом Шри Чайтанья Махапрабху вкушал шабду, звук флейты Кришны. То есть он выбрался из вот этих вот стен, и его можно было найти среди коров входа в Джаганнатха Мандир. Sometimes the spash,
as in the separation, and the blood is shedding from his cheeks, from his chin, from his nose, from his head. And when the person is seeing that what happened, they became astonished that Mahaprabhu death is that from his whole face was in that and full of wounds. Then they said, no, we will not leave Mahaprabhu alone, and we will, some person will remain in the association of Mahaprabhu. So that is the spash. Mahaprabhu is just want to get the spash, and sometimes weeping and having rubbing his face to the bottom. Также Шри Чайтанья Махапрабху хотел вкусить спаршу, то есть прикосновение. И поэтому иногда он просто прикасался к своему лицу и растирал его настолько интенсивно, иногда даже об стену, просто терся об стены таким образом, что он причинял себе ущерб, причинял себе вред, и у него были раны, и струилась кровь, поэтому его спутники решили, что они, ну, мы не можем его оставлять наедине с собой. Также Шри Чайтанья Махапрабху вкушал сладость формы Кришны. Например, когда он видел какую-то тучу, он взбирался на холм, взбирался на чаток Парват. То есть, несмотря на то, что не было никакой дорожки, проторенной ни тропинки, Шри Чайтанья Махапрабху все равно взбирался сам на этот холм, на эту гору, и все бежали за ним, пытаясь его догнать. Даже один из его спутников, который был хромой. And sometimes Ras is experiencing the sweetness of the Ras remnants of Shri Jagannath Prabhu, and by Shri Mahaprasad Prabhu, Shri Mahaprabhu suddenly stood up and giving the respect to Mahaprasad. And sniffing the odor, is sniffing the gandh of that Mahaprasad. Shri Mahaprabhu is saying that, oh, what a beautiful gandh of the slava of Shri Krishna is now being experienced through this Mahaprasad. Также ганда, запах. То есть Шри Чайтанья Махапрабху очень почитал Джаганнатха Махапрасад, и когда он ощущал этот запах, он восклицал, что вот я чувствую запах слюны Кришны. And sometimes, having the experience of touch, Shri Mahaprabhu is just jump into the ocean, and the waves of ocean just washed away them from one place to another place, and he was caught in the net of a fisherman, and then the Mahaprabhu became faint, and in this way Shri Swarupdhamadhani said ki tumi murcha chhole dekhe Vrindavan mein pleeda. You are seeing the pastimes of Shri Vrindavan in this pain position, in this unconscious position. But Tomara Deke Sobe Paya Pira, and we are getting
very much harder. And we are getting very much sorry, not seeing this. So in this way, Shri Mahaprabhu is realizing Shat Dispashu Bhut Vasakuta for 5 minutes. То есть еще один пример, когда Шри Чайтанья Махапрабху испытывал прикосновение, он заходил в океан Джаганнатхапури, и он просто забывался, и волны его могли относить вообще в другое место, не там, где он зашел, и однажды даже он попал в сети. И Сварупа Дамодар говорил, что... Сварупа Дамодар, what did he say about Vrindavan Lila? To me, Vrindavan is chale. To me, Jal Kriya chale, dekhe Vrindavan is Kriya. You are seeing the pastime from Vrindavan. This is playing in Vrindavan. То есть Сварупа Дамодар говорил, что вот ты таким образом созерцаешь лилы Вриндавана в воде. And we are getting very smart, not seeing you. А мы очень переживаем за тебя, что да, мы тебя не видим. We know that pastime. The pastime is like this. That once, yes. The pastime is like this. То есть вот эта лила происходит таким образом. One day Shri Mahaprabhu was just roaming on the bank of on the coast of the ocean and seeing the bluish beauty of the ocean. Однажды Махапрабху прогуливался по берегу океана, и, привлекшись красотой волн океана, его голубым цветом, Махапрабху просто бросился в океан. And the waves of the ocean take him and wash away him from one place to the other place, where far are you? And Махапрабху was unconscious there. Волны отнесли Махапрабху очень далеко, и он потерял сознание. A fisherman was catching the fishes, and he was thinking that how unfortunate am I that today no fish is coming in my net. Там был какой-то рыбак, и он сокрушался. Вот у меня сегодня неудачный день, сегодня никакая рыба не заплыла ко мне в сети. And then, hopelessly, being hopeless, he was just catching his net, and immediately he saw that there is a very big fish in his net. И вот так вот этот рыбак сокрушался и решил уже не надеясь заполучить никакую рыбу, он просто притянул сети к себе, стал их собирать и увидел, что там очень большая рыба какая-то затесалась. И там, распутав свою сеть, он увидел, что там находится мертвое тело человека. And he was very distant, and just being distant, he was cleaning his neck on the some place on the bank of the ocean. Он пришел в какое-то такое сильное беспокойство по этому поводу и стал чистить свою сеть на берегу. And as soon as he touched the body of Shri Mahaprabhu, he became full of praise and started to dance and chanting Shri Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Kirtan. Но как только этот рыбак прикоснулся к телу Шри Чайтаньи Махапрабху, он тут же обрел прему и тут же стал воспевать Харинаму. He left his boat and came and he was just dancing. And all other persons of Shri Mahaprabhu, companions of Shri Mahaprabhu were very much full of chinta and that where Mahaprabhu has gone, Mahaprabhu is not seen, and then they saw that fisherman dancing. Тогда рыбак просто оставил свою лодку и стал петь и танцевать в киртане. А тем временем спутники Махапрабху очень переживали за него и всюду искали Махапрабху. И тут они увидели, что вот есть такой рыбак, который ведет себя подозрительно.
and seeing those extraordinary gestures of that fisherman, Shri Swarupa Damodar came to him. Because he was saying, that fisherman was saying, please don't touch me, remain away from me. Видя такое необычное поведение рыбака, Сварупа Дамодар приблизился к нему, а рыбак сказал, о, не прикасайтесь ко мне, там оставайтесь чуть-чуть подаль. And you are saying that some ghost is in me, and if you will touch me, that ghost will cover you also. Какое-то привидение в меня вселилось, сказал рыбак, если вы ко мне прикоснетесь, то это привидение завладеет и вами. Because he described that incident that I was catching that fish and that was not fish, that was a dead body of a man. Then some doubt asked him. То есть рыбак объяснил вот эту историю, что он ловил рыбу и поймал в свои сети мертвое тело человека. И тогда Сварупа Дамодар спросил его. The doctor gestured for the dead man and he was describing the То есть Сварупа Дамодар задала побольше вопросов, и рыбак рассказал о том, как выглядело это тело, и тогда Сварупа Дамодар понял, что это Шри Чайтанья Махапрабху. And Сварупа Дамодар said to him that I know this is man. And you don't bother. And seeing this, he slapped on his cheek and said that ghost has gone. Сварупа Дамодар сказал, что ты не переживай, как-то ударил его по щеке и сказал, что привидение все вышло из тебя, освободило тебя. And he gave the other slap on his other cheek. And then now the ghost is fully gone. А потом ударил его по второй щеке и сказал, ну что, теперь привидение точно испарилось. And now you carry us to that place where you have left that dead body. Нас, пожалуйста, отведи туда, где ты оставил это мертвое тело. And then they saw that at that place Shri Mahaprabhu was just covered with the sand of the ocean. Covered with the sand, Shri Mahaprabhu is there. And then they rub the hand of Shri Mahaprabhu and Mahaprabhu lost consciousness. И тогда они пришли на это место и увидели, что Махапрабху лежит в песке, покрытый песком на берегу океана. И они стали растирать его тело, и Махапрабху пришел в сознание. And then Mahaprabhu said that I was in Vrindavan and I was having the jal carrying, the water pastimes with Shri Krishna. And Shri Krishna was just throwing the water on me. And how I am here? И Махапрабху сказал ему, что вот я только что был в Вриндаване, у нас были лилы с Кришной в воде, мы плескались, и вот тут, и вот сейчас я оказался здесь. Что происходит? And then last time, sometime Shri Mahaprabhu was Manjari, sometime was Sakhi, and sometimes he was himself Shri Radha. То есть иногда Махапрабху был Манджари, иногда он был Сакхи, а иногда он был Шримати Радикой. And then they said, Shri Swarupa Dhamma said, that you are seeing the pastimes of Shri Krishna in Vrindavan, and we are being like a partner here at home. То есть, и тогда Сварупа Дамодар сказал, что, ну вот, ты созерцаешь лилы Вриндавана, но мы очень-очень за тебя переживаем. So in this way, Shri Mahaprabhu is relishing the pastimes of the sweetness, five sweetness of Shri Krishna. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху вкушает пять видов сладости Кришны – шабда, рупа, спарша, раса, ганда – настроение Шримати Радики. So in this
this moment of Shri Mahaprabhu Jayanti, Shri Gaur Purnima, is very, very auspicious and full of the love, where Shri Mahaprabhu is relishing, Shri Krishna is relishing in the form of Shri Radharani, the sweetness of Shri Krishna. Таким образом, это очень благословенный день Гаура Пурнима, когда Шри Чайтанья Махапрабху является того, чтобы вкусить сладость Кришны в форме радики. Sometimes Brahmiraka, Satya Brahma, and sometimes Umami, the mad Brahma. So in this way, this song is tremendous. И также в форме Шри Чайтанья Махапрабху Кришна бывает в сварупе Гаура Нараяна, потом Вирахини Радика, то есть Радика в разлуке, и Уммадини Радика, то есть Радика в безумии. So may Shri Уммадини Радха just sprinkle a drop from us also, so that we can also get it in his subordination of Shri Gaura. We can get the and realize, witness the sweetness of Shri Radha Krishna and their pastimes. То есть, и пусть он один разик прольет на нас капельку своей милости, чтобы тоже мы могли служить Шри Гаура Хари и вкусить лилу, сладость лилы Радхи и Кришны. Аль-Бог.